Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Очередной спор между Сергеем Захарьяшем и Лилией Читрару закончился выяснением отношений и рукоприкладством. Лилия отказалась делать парню массаж, когда у него болела спина, вместо этого стала говорить о деньгах. Сергей отказался давать девушке деньги на шопинг и косметические процедуры. Он будет тратить их на себя. На острове любви опять перестановки. На поляну улетели Ира Казьмина, Аида Бабаева и Роман Милана. На Сейшелы же отправили Рому Гриценко, новеньких Алису и Олесю. Как вы помните, новенькие девушки хотят отвоевать Рому Капакло у Марины Африкантовой. Рома заявил, что он не собирается размениваться. Оля Рапунцель и Дима Дмитренко в прямом эфире Instagram подтвердили, что они ушли с проекта. Правда, их никто не выгонял, они просто ушли на отдых. Рапунцель рада, что теперь рекламодатели могут обращаться к ней напрямую, а не через рекламную службу проекта. Дима Талыбов, который недавно переключился с Маши Кахно на новенькую Алису, разочарован в ней. С Алисой мы лежали в кровати, я делал ей массаж, затем она улетела на Сейшелы и также легла в первый день к другому парню в постель. Такая мадам мне не нужна. Маша Кахно показала свой новый нос после ринопластики. Она довольна результатом, наконец-то нос стал хорошо дышать. Также Маша опубликовала несколько ранних фото. Это не фотошоп, пишет она, это анорексия, последствия неудачного брака. Единственный мужчина, который меня никогда не предаст, мой отец. Ваня Барсиков нашел новую девушку, он собирается ехать с ней в Таиланд. Пока он не говорит ни о чем серьезном, он хочет убедиться, что девушка его не использует. Никита Кузнецов признался в любви Дарине Маркиной. Зрители отмечают, что многие пары особенно восхваляют и любят друг друга во время конкурсов. Юлия Ефременкова тоже написала, что Сергей Кучеров именно тот человек, который был предназначен для нее. Катя Жужа рассказала о своей самой близкой подруге, певице Асти. Они уже дружат 2 года. «Мы многое пережили. Надеюсь, что нашу дружбу никто не сможет разорвать. Я тебя люблю», – пишет Катя. Также Жужа опровергла слухи о ссоре с Ксенией Бородиной. В последнее время девушки перестали появляться вместе на мероприятиях и детских праздниках. «С Ксюшей мы не ругались», – говорит Жужа. «Просто я была долго на Сейшелах, и у нас сейчас много работы». Тата Блюменкранц опубликовала фото с прогулки с дочкой. Она уже пришла в форму после родов. Саша Задойнов приехал в Москву навестить дочь Сашу. Он делится снимками с прогулки. Похоже, что Саша Гозиас и Костя Иванов готовятся к свадьбе. Они призывают к сотрудничеству организаторов свадеб в Калининграде. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.